Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет интересная сборочка. Многие попросили, я вам ее тоже покажу. Я вам показывал Фрейю с маскировкой, как ей проходить битву гильдий. И сегодня у нас такой же будет тест. И тест будет на новом герое Зефирке. Попробуем потестить маскировку. У меня маскировка есть 9-я. Выживания, к сожалению, 9-го нету. А, плюс у нас стоит недомогание. В таком случае, если вы хотите сборку, мы потестим такую сборку. Если не пойдет, попробуем либо хранитель. Лучше, конечно, всего хранитель ставить. Он снимает негативные эффекты, плюс дополнительно отхил дает. В общем, поехали. Такая вот у нас сборка. Убираем отсюда вот так. Ставим сюда, конечно же, цепа в данном случае. Меняем тут. У меня, опять же, я же говорю, нету выживания. Можно было бы восьмерку поставить. Но мы сейчас поставим выживание 9 таланта. Что не надо делать. Но мы чисто делаем сборку под битву гильдии. Идем тестировать, сможет ли он такая сборка на битве гильдии тащить. Вот максималка 9. 3 секунды не уяз, 2000% отхил. Поехали. Тут у нас пока недомогание. Если что, мы его поменяем на что-то другое. Маскировка 9, которая дает атаку плюс 200%. Скорость на 90 увеличивает и дает инвиз. Окей. Поехали. Тестируем в рейде. Смотрим. То есть это тот же самый прототип Фрейи. Фрейи я вам показывал, там только немножко получше будет. Этого героя тоже не должны убивать. Конечно, есть нюансы. Так, инвиз и есть фулл отхил. В принципе, тот же самый вариант, что и Фрейя. Смотрите, смотрите, как он себя хилит. Нифига себе. Это реально жестко. Ну, видите, уже критов нету столько. Смотрите, какой отхил. Жесть, конечно. Сейчас мы пойдем против топовых. Бас попробуем, там, где воодушки, прорывы всякие. Ну, тоже, видите, шанс слива все-таки есть. Но как круто смотрится герой. Дамага, конечно, немерено наносит. Но тут плюс в том, что когда он уходит в инвиз, он себя практически на фул отхиливает от героя. Вот так вот. Как по мне, нереально круто. 100% вышатали. Давайте еще кого-то в рейде поищем и пойдем по топам полазим. Так, вот, отлично. Космо, я вам показывал, некоторые сборки есть такие, которые, блин, просто тупо унижают героя. Мы посмотрим, что сейчас тут у нас будет. Тут еще есть один плюс у него. У него куча неразных неуязов. Единственное, чего он боится, это стана. Вот посмотрите, какой отхил. Фу, жесть. Нереально круто. Против нас Фрейя 30-я. Космо 30-й. Посмотрите, какой бешеный отхил. Да это просто жесть, ребят. Вот вам битва гильдий. Огник, кто там еще за огника топит, огник такого не сделает. Это я вам сразу говорю, я уже тестировал, пробовал. У огника есть один минус. Он может быть уязвим во время перехода. А тут все время стабильно, точно так же, как и у Фреи. Круто. Вот это действительно круто. В общем, еще один герой, с которым можно запросто. Ну, конечно же, топов проходить можно и без такого героя, который стоит сейчас немерено. Со временем он будет дешевле, но. Ну, что вы видите, в принципе. Это жесть. Да, он их не шатает в такой сборке, но. Имея такого героя, можно не париться насчет битвы гильдий. В общем, пишите в комментах, что вы думаете. Поехали, поищем топов. Поищем топов и попробуем на них. Можно, я думаю, его убить. Но тут
Тут плюс то, что он себя еще дополнительно хилит. Так, вот есть. Ай, к сожалению, не могу напасть. Они онлайн показываются. Надо будет их в друзья подобавлять. На них проводить тесты. О, отлично. Так, что тут у нас? Хрон, Фрэнки. Вот, кстати, тоже интересно. Очень много героев, которые дамажат. А, Фрэнки без воодушки что-то. Но есть землеройка. Что-то я не могу понять. А землеройка что, получается, не может наложить? Видите, у нас сейчас какой минус? Ну, в принципе, выживание спасло. Сейчас посмотрим, как пойдет. Вот опять, посмотрите, что делается. Обалдеть. Как же он офигенно смотрится. Просто жесть, ребят. И вы хотите сказать после этого, что этот герой недостойный? Да он просто обалденный. Посмотрите, ушел Винвиз и сразу же посмотрите, что он творит. Вот это да, вот это топчик. Вот вам на максималке. Действительно, очень крутой герой. Просто жесть. Вот его только слили 84%. Но посмотрите, какие герои. Тут у нас и отражалки, и прочее. Я думаю, он нереально круто. Давайте попробуем сейчас Огника запустим. Посмотрим просто разницу. Ну, Огник без маскировки, но Огник тоже очень топовый. Вот вам Огник. Разницу вы видите. Там просто было пару ударов таких, что... Так, давайте еще раз попробуем. Ну, не знаю. Как по мне, блин, мы его там прошли на 80%. Так, Огник, Фрея. Поехали. Вот, дамажит по нем, дамажит. Все, он ушел в Винвиз и сразу же отхилился на фул. Супер. Как по мне, нереально круто. Блин, это жесть, ребят. Это нереально круто. Да. Да, он не дамагер. Но это просто жесть, что он творит. Он просто будет... даже моя база на меня нападут. Я ничего не сделаю такой сборки. Можно такую сделать сборку для него, для Фреи, для Огника. И они будут выбивать. Плюс Ронин, и ваша база будет по-любому разбиваться. А можно еще взять дерево там, либо седну для ожива. Ну, 30-е герои, 30-е ворожей, 30-е Фрея. Все, ребят, они просто, ну, смотрите, 30-й Огник стоит. Надо было через Огника напасть. Вот посмотрите на отхил. Просто нереальный отхил. Ну, думаю, это уже развеет все ваши сомнения о том, что герой недостойный. Герой действительно обалденный. И то, что он делает, к сожалению, не все герои смогут сделать. Пускаем Огника. Можно даже такого же Огника сделать, но это все равно нас не особо... Ну, хотя, в принципе, он тоже будет тащить получше, чем этот. Он будет хотя бы в инвиз уходить. И это, ну, видите проблему? Почему Огник не тащит? Он, получается, при переходе очень большой шанс того, что его сольют. То есть по нем попадает он плюс 600. Да, он тоже тащит, он тоже может тащить, но, к сожалению,
Думаю, вы и так все понимаете. Блин, крутой. Реально крутой. Давайте сразу же этого кидаем. И смотрите внимательно. Землеройка на него, ребят. Так, чтобы вы себе понимали. Вот вы видите, да, нету восклицательного знака, где тут... Землеройка на него не действует. То есть землеройка его не блокирует. Ему полностью насрать. Вот то, о чем и говорилось. Что ему пофиг на вот эти вот все... Просто жесть. Full от хил. В этом плане, ну, нету ему равных. Даже та же самая Фрейя, она не сделает того, что сделает он. Вот вам еще доказательство одно того, что это на сегодня самый топовый донатный герой. Я прохожусь по базам топовым. То есть топовые герои, 30-е прорывы, землеройка, все дела. Ну, действительно, он намного круче, чем даже та же самая Фрейя. Фрейя по-своему хороша, но у этого куча неуязов. Это самое основное. Блин, ну круто. Тут просто выше всяких похвал маскировка плюс выживание. Все. Вся битва гильдий. Мы прошлись по топ, там сколько, 20, топ-30 английского сервера. То есть так, чтобы вы себе понимали, это максимальные прокачки героев. И они не могут ничего сделать. То есть, да, много там, мы не дамажим их, но мы здание разбиваем, мы держим урон топовых героев. То есть вы ее не убьете просто, вот, просто нафиг не убьете. Вот вам и Зефирика, ребятушки. Ну, к сожалению, видите, не могу ни на кого напасть больше. В принципе, я вам показал, что такое обалденный герой. Я просто, честно говоря, сам в шоке. Вы говорите, он не стоит денег сейчас. Пару недель он будет в 2 раза, в 3 раза дешевле. Но то, что он делает, это, конечно, нечто. То есть вот эти вот все базы, которые неприступны, можно проходить Ронином, но Ронином убивает. Можно проходить Фрейей, можно проходить Огником, можно там это. А тут один герой просто вам показывает то, что он действительно достойный. И реально тащит. Вот так вот. Поэтому пишите комменты. О-о-о, ну-ну-ну, сольете, нет? Блять, жесть, не могут слить. Пишите комменты, пишите, что вы думаете по этому поводу. Но думаю, тут и так все видно, что герой просто обалденный в данной сборке. С того, что я вижу, вот отхил даже порезали. Дальше просто фуловые отхилы. И нифига вы ему не сделаете. Да, давайте. И сразу 51 тысяча отхила. Это просто аут. А можно сделать еще больше. У нас просто стоит недомогание, которое и не туда, и не сюда. Вот такие вот, ребятушки, дела. То есть для битвы гильдии он на сегодня, как по мне, самый топовый герой. Такой сборки для прохождения любого топа. То есть любая раста, любой топ берется только так, на изи. Все, всем удачи, всем пока.